Привет, меня зовут Александр Леонин. Ты можешь пиздить меня, просто запиздить так, чтобы я сдох. Или можешь пиздить меня, и я убегу, допустим. Но только когда наступит час X, все мы будем лежать на земле или на снегу, облученные. И мы никуда не сможем убежать. Ни ты, ни я. Мы будем все вместе объединены одним общим страданием. Смешно, да? И мы будем медленно разлагаться от лучевой болезни. А по новостям или по телеку тебе скажут, что наши ученые научились добывать из ядерных отходов энергию. Весь цивилизованный мир, где развитая наука и прочее, не умеют это делать. Но у нас умеют. Да. Это, конечно, совпадение, что они выбрали славянский город, где в основном славянское население. Видишь, я простой русский человек. Они выбрали город, где простые русские люди живут. Это чисто случайность. Это чисто случайность, потому что заденет еще Красноярск и много других городов. Так что всем достанется. Но в основном, конечно же, как обычно, простым русским людям достанется. Ведь нас считают, ведь на, к нам никогда не относились по-человечески правительство. Точнее, об этом нельзя говорить. Это экстремизм. Нельзя говорить о том, что правительство всегда относилось к нам. Ну, это же факт, что мы были рабами до 1861-го, и после к нам относились как по-скотски. На бойню увозили и расстреливали, если кто-то... Мои деды погибли все на Курской дуге. Они не могли сказать, пошло нахер, это война. И сейчас, когда я в феврале вернулся с Таиланда, я попал словно в ад. Я написал на стене голубым мелком детским «Not war», и меня прокляла россиянка, такая же, как я, у которой, наверное, есть ребенок или будет. Видимо, здесь люди хотят, такие, как она, хотят войны, хотят, чтобы ребенок вернулся без лица, без глаз, без рук, без ног. Они счастливы, видимо, будут от этого. Она прокляла меня. Я заболел серьезно, как никогда. Моя мама заболела. У меня понизился иммунитет от стресса, от депрессии. Знаешь, что я сказал? То единственное, что я сказал, это... А разве раньше было лучше на этой стене? Она сказала, нет! И ушла. И кто из нас псих? Конечно же, я. Кто из нас долбоеб? Конечно же, я. Я спорил с бабками о том, что нет войне. И знаешь, что они сделали? Они настроили весь двор против меня, оклеветали меня. И мне пришлось оправдываться. И теперь мне вообще опасно там ходить. Один какой-то добрый человек написал на электронной будке этого двора, в каком он отсюда городской художник. Но он не смог дописать, потому что слишком длинная ссылка. Я там написал. Но никому не нужно, никто не откликнулся. Может быть, это и к лучшему. В общем,